Всем привет, ребята, меня зовут Власочка, и впервые я снимаю вечером в Майнкрафте. Снимаю в первый раз, поэтому я должна вам объяснить, почему же я снимаю ночью. А потому что сегодня я хочу немного потроллить Скретчика. Я надеюсь, он будет меня бояться, пугаться, убегать и все такое прочее. И вы не подумайте, что я страшная, потому что не накрасилась. Нет, я красивая всегда, просто сегодня я буду Джамбо и Джошем. А он так-то здоровый, суровый мужчина и, ну, пугающе выглядит. Плюс Скретчик не играл в оригинальную игру «Детский сад Бан-Бана», поэтому он, скорее всего, не знает, кто такой Джамбо Джош. Ну, во всяком случае, я так думаю. Итак, сейчас я в него превращусь. Бамс! И я стала Джамбо Джошем. Выглядит он очень, ну, не знаю, устрашающий. Вы гляньте, он в 3 блока в высоту. Он очень сильный. Ого, Эндер Кристалл. Ничего себе. А я думала все это время, что это Скретчик превращается в Эндер животных, а оказывается, нет, они действительно существуют. Так, ладненько, не будем терять время. Вот там вот живет Скретчик, и я хочу просто-напросто понаблюдать за ним за окошком. Мне вначале надо понять, где он. Давайте мы вначале постучимся. Один. Не понял, это кто пришел ко мне в гости? Здравствуйте, здравствуйте. Не понял, это вот идет пранкеры ваши, я так и знал. Да куда я, зачем встала? Я думала, он зайдет за угол, а тут я такая страшная. Я бы испугалась, увидя такую дикую улыбку. Ладно, давай еще раз. Да? Да кто стучит? Я уже понял, что, господи, что это такое? Так, теперь нужно по-тихому смыться, да никто не видит. У него столько этих окон, он меня точно увидел, тихо. Что он делает? Он сейчас выбежит. Ну, блин, он даже не смотрит на меня, так неинтересно. Он просто взял и ушел из дома, хорошо. Благо, я вижу его ник и могу просто за ним наблюдать. Ладно, окей, он убежал, пусть бежит. Значит, встретимся с ним утром, когда он, возможно, вернется, и я приду к нему в теле Фласки. Это петухи меня так будят? Такое ощущение, будто бы это просто-напросто волки воют. Странно, петухи в нашей деревне какие-то не такие, как обычно. А, так, ладненько, уже утро, пойду к Скретчику, надеюсь, он вернулся. Ибо если он не вернулся домой, то кого я буду троллить? Он вчера просто взял и убежал, ну вернее, как вчера, ночью взял просто. И убежал, и вопрос, а почему? А как мне его пугать и троллить, если он просто-напросто трусиху и убегает? Скретчи! Алло, Скретч, ты где? Не понял. О, Фласка, привет! Привет, вот я, конечно, понимаю, ты, ну, странный, но ты действительно... Во-первых, почему ты забаррикадировался? Во-вторых, почему ты решил, что вот этот сноп сена тебе поможет? Не ломай, тут монстры, Фласка, ты ничего не понимаешь. То есть вместо того, чтобы забаррикадироваться в доме, ты решил забаррикадироваться в снопе сена, да? Господи, у меня друг просто дурачок. Боже, дай Скретчику немного мозгов. Не понял. Да в смысле, вот ты какую-то фигню делал. Нафига ты залез туда? Я рассказываю тебе, сижу дома, кушаю рыбку, забиваю молочком, стук в дверь, выхожу, никого нету, такой думаю, ага, по-любому Фласка там что-то это стучит, прикалывается. Угу. Я зашел, опять стук, я открываю дверь, а там зеленая такая вот, как блинчик, как покрышка от машины. Чё, почему покрышка, в смысле? То есть мне нужно представить покрышку от машины, но зеленую и большую, да? Да, именно так. У тебя нет случаем температуры, Скретчик? Нет, не, о, я могу тебе объяснить, как это выглядит, пойдем за мной. Окей, я даже не знаю, что ты мне хочешь показать, но то, что мы отбегаем так далеко от твоего дома, меня уже настораживает. Во! Посмотри, видишь тело голема? Оно вот такое прямоугольное, именно грудь его. И чё? И представь, там 2 больших глаза и улыбка на весь лицо. О, это Джокер, я шарю. Так прикольно. Слушай, а давай мы этого Джокера с тобой сегодня... Почему ты на неё напал, а она бьет меня? Я ее хлебушком покормил. Так освигали, она на меня напала. Бей крысу. Понял? Будешь, Надик, нападать на меня, крысюк недоделанный. Так, Скретчик, давай-ка, иди домой. Ты что, занимаешься какой-то фигней? Я, если бы понимала хотя бы, кого ты имеешь в виду, я бы могла тебе помочь. Так я без понятия, о ком ты. Я молочка хочу. Ну, ладно, но не веришь, так не веришь. Я пошел домой. Откуда тут, сука, крыс? Слушай, у нас что, тут куча мусора? Так, ладно, Скретчик, все, пока. Кстати, они возле твоего дома, это подозрительно. Я их это жарю и ем иногда, неважно. Все, я поняла, до свидос. Прошло немного времени, ребята. Уже стемнело, добыла себе быстренько деревянный топорик и скрафтила верстачок. Так, Скретчик должен быть дома, я вижу его ник. Время перевоплощаться в Джамбо Джоша. Опачки!
такие, вот это я красотка, конечно. Ой-ой-ой! Все видно то, что я держу в руках, трэш. А давно так? Не понял. Я думала, не будет видно. Просто мобы не палят то, что они держат в руках, а этот палит. Так, скоречек дома, и я иду. Опа, следит походу. Надо пойти его сзади и буду стоять тупо смотреть на него. Смотри. А он с луком. Он с луком смотрит хорошо. Блин, тут окон нету. Ладно, стану тут. О, это крипово выглядит, ребята. Ну-ка. Господи! Мне надо, наверное, поменьше рыбы с молоком есть. Ой, господи, ёшкин-матрёшкин. Та-та-та-та-та. Я тут себе проходик сделала, Скретчи. Я вижу твой... Где эта штука? Нужно ее зафотографировать. Скретчи, ты где? Ты чё, придурочный? Так, ладно, хорошо. Мне нужно у него спереть. О, чем я буду отбиваться? А ну, свали из моего дома, зеленая, непонятная, зубастая, шипучая штука. Ну все, я тебя сейчас устрою. Тебе повезло, что я в три блока, я не могу тебя достать. Галин, спаси, спаси, нападай, нападай на вот эту зеленую штуку. Вон, что ты смотришь? Бам! Эта штука умеет лук на тебя. О, золотая крыса. А ну-ка. Да куда? Да почему на меня все в этой жизни? Ох, слушайте, а я сильная. Эта штука убила мою крысу. Какую твою? Она даже не твоя. Да ты иди сюда, я тебя сейчас устрою. Не стойте, да не в обиде, в безопасности так вроде никого нету. Сейчас ушло. Я слежу за тобой, копается, я тоже умею копаться. Так, все, я бегу к Флоске домой. Вот по-любому она должна эту штуку увидеть. У меня же нет дома в этой деревне. Тихо, так как мне ему объяснить то, что меня нет дома? Он даже не знает, где я живу. Окей, ладно, пусть ищет дом. Где Флоска? А где Флоска? Походу нет Флоски, потому что у меня нет дома. А чтобы он ко мне не приходил и не думал, типа, а что тебя нету дома? Скричи. Все, я заныкаюсь от этой штуки в лесу и по-любому свали. Сейчас в глаз тебе прямо. Ага, ты боишься лука, я понял. Я ничего не боюсь. Забирай мое ведро молока. Ведро молока, это хорошо. А, вкусно, морковку у него немного сперла. Слушайте, походу все, отожму у него хату. Буду жить у него дома. И все, но как бы что. Квартира большая, просторная. Я вроде бы, если пригнусь, то могу залезть. Да ешкин-матрешкин, да куда в моем доме? Нельзя в моем... какая криповая штука, нет. Иди сюда, Скричи. А где моя задняя стенка дома, не понял. А, кстати, да, надо восстановить, все-таки это теперь мой новый дом, вот-вот, о красоте. Давай мне стрелы, давай, стреляй. Да ешкин-матрешкин. Откуда у нее лук, не понял. Ну почему такая штука страшная? Откуда это вообще взялось? Тут в Майнкрафте нет уж такого. Блин, вот это, конечно, минус. Я еле пролезаю в два блока на твою кукурузу. Этот домик не для меня, хотя есть... Как он там оказался? Не понял. Ага! Иди сюда. Сейчас ты меня отбирайся. Давай, ползи. Слежу, давай. Где ты, зеленая крокозябра? Давай, тут я, выгляни, давай. О, у него еще жареная баранина была по кайфу. Так как где я... ты, зеленая штука? На. Так как я большое существо, мне нужно много кушать. Он меня так сейчас задолбает постоянно бегать и пытаться меня... А ну, свали с моего дома! Подстрелить. Ну все, я начинаю, все. Тебе жопа! Я убью тебя! Я надеюсь, ты не умеешь плавать, не умеешь! Блин, умею плавать. Только медленно. За мной как будто большая зубастая шипастая акула плывет. Не, извините, конечно, я пошел дальше. До свидания. Да где Флоска, ёшкин-матрёшкин? Когда нужна ее? Нету, когда не нужна, она везде. Уже светлеет, ребята, а я не могу бегать, когда светло. Не спрашивайте, почему так работает этот персонаж в Майнкрафте. Так что мне нужно тактически отступить и перевоплотиться в себя. Вот прям тут. Опачки! Так, погодите, кто стреляет? А, это не он, это эти скелеты. Я думала, это Скретчик. Погодите, или это он? Понял, так, мне нужно не спалиться, что это я. Так, сейчас я аккуратненько прокопаюсь, и он не поймет даже, что это была я.
Ух, я наконец-таки выбралась. Сколько я тут копалась, я не знаю, но по всей видимости долго. А, так, ладненько. Раз уж я уже обычная, надо бы пойти к Скретчику. И посмотреть, что он там делает дома. Скретчи! Это все такое. Такое ощущение, будто бы его дом состоит полностью из бревна. Надо бы спросить, что у него случилось. О, вижу Ник. Скретчи. Ты что делаешь? Ты что заходишь без стука? Ты почему лысый? Ну как тебе объяснить? Вот это зеленое чудовище меня преследовало. Я понял, что я теперь монах. А почему ты монах? Как связано это чудовище с монашеством? Я надеюсь, что боги услышат меня и истребят вот этого зеленого чудовища. Ага. То есть, погоди, ты сейчас забаррикадировал весь свой дом. Погоди, ты его типа в два слоя сделал? Да, это двухслойный дом, как туалетная бумага. Ну, неважно. Как туалетная бумага самая. Офигенная, это трехслойная или четырехслойная. Давай мы с тобой еще сильнее забаррикадируем дом. И вообще, погоди, зачем баррикадировать дом, Скретчи? У тебя шиза. Скретчи, никакого Джамба Джоша в Майнкрафте не существует. Погоди. Что такое? То есть ты сначала такая не поверила, да? Я не знаю, как это чудовище зовут, а ты знаешь, подозрительно. Погоди, ты это давай-ка на меня стрелки не переводи, Скретчи. Просто я подумала, а какая штука зеленая может быть? Я такая думаю, вообще единственный зеленый это... Зеленый из Радужных Друзей. И зеленый из сада Банбана Джамба Джош. Вот, да. Так это же он? Ну вообще, да, наверное, это он. Но я тебе его не описывал, так как ты... Подозрительно, Скретчи, слушай. А как ты сразу понял, что его зовут Джамба Джош? Ну то есть я тебе говорю, Джамба Джош, а ты такой... Да, это Джамба Джош, нет, откуда я ты знаешь? Сказал. Так ты не знаешь, как зовут Джамба Джош и как он выглядит? Да я понял, что ты знаешь, и это подозрительно. Не-не-не, Скретчи, это ты подозрительный. Снимай давай свой рог, единорог Скретчи, и поговори со мной по-мужски. Ты что-то задумал, да? Не-не-не, по-моему, это ты что-то задумала, Фласочка. Все понятно, Скретч, когда ты со своей шизой расстанешься и уйдешь из своей этой субкультуры эмо, или как вас там называют, монахи лысые, и вообще отращивай волосы. Трэш, какой-то он странный и ненормальный, взял, пострелял меня, заподозрил в чем-то. Ну хотя ладно, я на самом деле сама виновата, сразу сказал Джамба Джош, когда... Он даже не знал, что это Джамба Джош. Я же говорила вам, что Скретчик не разбирается за вот этих вот мопчиков из сада Банбана. Сейчас я к нему прибегу за Джамба Джоша. Интересно, что он будет делать? Он будет пытаться меня задобрить или же нет? Вообще, я не хотела на него нападать, я хотела просто его затроллить, погоняться немного, и чтобы он побегал от меня. Но он какой-то странный, он просто берет и убегает от меня постоянно. И вообще, он сам на меня нападает. Так, пришло время перевоплощаться. Уже как раз таки темнеет. Опачки. Джамба Джош вышел на охоту. Тут такое, вначале мне нужно покушать, да? Сейчас я должна посмотреть, где находится Скретчи. И раскопаю его двухслойный дом. Не понял, это что за звуки? Блин, зачем я свою дверь забаррикадировал? Как мне теперь выбраться отсюда? А я слежу за тобой. Ну ты серьезно, ну что ты такой трусиха? Нет бы со мной поговорить, задобрить меня. Я же... Да где он? О, опять на крышу попер. Так. А кто у нас тут? Да что такое, блин, зеленая странная штука? Да, зеленая. Да в смысле? А, нет, нормально, ночь. Я просто думала, сейчас уже рассвет. Я такая думаю, почему рассвет, когда была ночь? А что это он там хочет? Тихо. Мы можем заныкаться, короче, в доме. Погодите, он уже дома? А дырку-то он не заделал. Он что, глупенький, что ли? О, заделывать начал. Заделал дырочку. Блин, бедный Скретчик. Он начинает баррикадироваться. Мне его уже жалко. Он максимально странно себя ведет, если честно. Я бы на его месте просто-напросто себя задобрила. Давайте-ка посмотрим, что он там делает. Что это он тут делает? Так, не вижу. О, тихо, он меня не видит. Пожалуйста, сделай так, чтобы эта штука на меня не нападала, чтобы она меня не узнала. Пожалуйста. Не понял? А почему он стал луной и ник у него мой? Я не понял, это что за фигня? Так, мне нужно превратиться в себя. Скретчи, привет. Не поняла. Что это такое, Фласка? А я тоже не поняла. Скретчи. Фласка, а что ты тут делаешь? Погоди, а где зеленая штука, а? А я откуда знаю, какая зеленая штука? Ты почему мной стал? У тебя даже ник мной.
мной, мой. Я попросил у богов Майнкрафта, чтобы вот эта вот штука зеленая меня не узнала. И, видимо, не так. То есть ты подсознательно хочешь быть мной, да? Стать мной? А иметь мои рожки вот эти красивые, мой красивый скинчик и красный? Тебе просто нравятся мои Джорданы красненькие, да? Да не так все было, блин. Да, и только что эта зеленая штука была тут. Подожди. Подозрительно. Да плевать на эту штуку, ты почему я это неправильно? Погоди. То есть я себя подойду и скажу. О, боги Майнкрафта, сделайте меня, пожалуйста, так, чтобы... короче, сделайте меня, пожалуйста, скрейтчиком. Пожалуйста! Что происходит? Ну что ты сделала, Фласка? Почему ты теперь я и почему у тебя ник Скрейч? Я потому что я Скрейч, и у меня прекрасный голос. Опа, пойду с кем-нибудь за тебя пообщаюсь. Пойду я пообщаюсь с кем-нибудь за тебя, Фласочка. Привет, я Фласочка. Я думаю, поверить скажу, что заболел. Скрэчи. Ой, верни, Фласочка. Иди что? Сюда, крошка, мы начнем с тобой видео. В этом видео мы с Фласочкой будем. Да блин, ну что ты пристал ко мне? Я понял, пойду на тебя кредит возьму. Какой кредит в Майнкрафте, придурочный? Все, короче, ребята, это, походу, отсылка на видосик, когда мы со Скрэчком поменялись телами. Не понял? Не понял.